Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Хулио Гонсалес, испанский скульптор, художник, который разработал выразительное использование железа в качестве средства для современной скульптуры. Родился в Барселоне 21 сентября 1876 года. Данные я беру из переводной Википедии. Был из рода кузнецов-художников. Его дед был ювелиром, а отец мастером по металлу. Научил его технике кузнечного дела в детские годы. Посещает католическую школу, знакомится с художниками Жоан Миро, Пабло Пикассо. На рубеже 20 века Пабло Пикассо и Хулио Гонсалес стали большими друзьями. Гонсалес переехал в Париж в 1902 году, но несколько раз ездил в Барселону. В Париже связался с испанским кругом художников Монмартра, включая Пабло Гаргало, Хуана Гриса и Макса Якоба. Заинтересовался художественными возможностями сварки, изучив эту технику во время работы на заводе Рено в Булонь-Байнкур. Эта техника впоследствии станет его основным вкладом в скульптуру, хотя в этот период он также рисовал, особенно создавал украшения. Пикассо и Гонсалес совместно работали над произведением под названием «Женщина в саду». Под влиянием Пикассо 50-летний Гонсалес глубоко изменил свой стиль, сменив бронзу на железо, а тома на строки. Гонсалес начал оформлять новый визуальный язык в скульптуре, который изменил ход его карьеры. Создает изделия из железа, которые сделали его отцом всей железной скульптуры этого века. В 1937 участвовал в испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже. Рисунки и отливки, сделанные в течение последних двух лет его жизни, являются свидетельством страдания и отчаяния, которые Гонсалес испытывал по отношению к тирании и войне. Умер 27 марта 1942 года. Самая большая коллекция работы художника в городе Валенсия, Испания. Ну, вот так вкратце из Википедии о Хулио Гонсалесе, испанский скульптор, художник, который разработал выразительное использование железа в качестве средства для современной скульптуры. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.